самые броские, самые шустрые и самые громкие автомобили собрались в эти выходные на автодроме в Быково, где проходит фестиваль по дрэг-рейсингу Unlim 500+. Уникальное в своем роде мероприятие как для России, так и для всего мира в целом. А уникальность его заключается в том, что здесь суперкары мощностью свыше 500 лошадиных сил гоняются на более длинной дистанции. Не на четверть мили, а на половину. Фестиваль Unlim 500+, объединивший на одной площадке сотни поклонников дрэг-рейсинга и суперкаров в целом, прошел уже в 22-й раз. История соревнований берет свое начало еще в 2009 году, когда группа единомышленников впервые собралась на закрытой трассе, чтобы установить рекорды скорости. В самом начале это была просто был между собойчик, где ребята просто ставили рекорды и сами для себя катались. А сейчас это уже большое мероприятие со зрителями, с гостями, с участниками, с трансляцией, которые смотрят по всему миру. Поэтому вот, наверное, это самые большие изменения. В этот раз на старт вышли 73 суперкара. В их числе оказались машины Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz, Porsche, McLaren и других марок. В списке участников затесался и отечественный ГАЗ-21, вооруженный могучим двигателем в 650 лошадиных сил. Результаты 11 основных классов были подведены по итогам квалификаций, прошедших в первые полтора дня. Далее участники соревновались за победу в абсолютном зачете. На подиум поднялись Дмитрий Саморуков, Михаил Сомов и Олег Крохин. Любопытно, что все они выступали на Ниссанах GTR. Мощность автомобиля уже перевалила за 2000 лошадиных сил. И это не просто корчи из чемпионата, а это действительно машины на каждый день. И приятно смотреть, что ребята увлечены процессом постройки автомобилей и вкладывают не только деньги, но и душу в эти проекты. На 22-м фестивале Unlim 500+, были побиты сразу два рекорда, установленные в 2014 году. Рекорд скорости и времени. Первый принадлежит Николаю Коржеву, который разогнал свой суперкар почти до 353 км в час. Второй – Олегу Крохину. Он преодолел полмили или 804 метра за 12,974 тысячных секунды чистого времени. Добавим, что фестиваль Unlim 500+, проводится под эгидой Российской автомобильной федерации при поддержке программы SMP Racing.